Ребятушки, всем привет! Сегодня у нас 9 мая, время 16 часов. Я выехал с сервиса, поменял масло в двигателе, частичная замена масла в коробке, фильтр, все фильтра плюс газовый фильтр. В итоге где-то минут 40 на все это ушло. Вот сейчас еду работать. Надеюсь, сегодня будет нормально заказано. Буду сегодня катать только один бизнес. Водой запасся. Посмотрим, сколько будет заказов. Будут ли давать мне вообще заказы. Будут отказываться или не будут отказываться. Посмотрим, как все будет происходить. Вчера работал. Отработал вчера, не знаю, часов 8, наверное. Отбил только аренду. Ничего, прям вообще грустно было. Вот. Ничего не снимал. Катался сам. Вот. Я поехал. Сейчас буду выходить на линию, отключаю Комфорт Плюс, буду катать только бизнес. Надеюсь, будет хорошо. Вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а я поехал. Я только что говорил, что буду катать только один бизнес. Отключу Комфорт Плюс, у меня прилетел заказ сразу же. С ЖД вокзала по Комфорт Плюсу. Короче, программа не успела одуплиться, а у меня уже там 40 с копейками, 48 что ли баллов активности. Ну, короче, мне пропускать сейчас вообще не вариант. Поэтому, значит, будет один Комфорт Плюс сегодня. Все. Сейчас заберем пассажиров, куда поедем, я фиг его знает. 12 минут, Комфорт Плюс, 261 рубль, площадь Калинина. Ну что, ждем заказ по бизнесу, надеюсь, скоро придет. Быстренько, грубо говоря, через 10 минут прилетел заказ по бизнесу. Плюс 20 рублей доплата, Дуси Ковальчук 250. Ну что, ваши ставки дождутся, не дождутся? Мне тут ехать 3 минутки. Водичку поставил. Все по красоте. Машина чистая. Едем за первым клиентом по бизнесу. 10 минут на железнодорожную. 349 рублей, ожидание 24 рубля. Так, ну что, мы, можно сказать, в центре. Вон вокзальная магистраль. И пока ничего не упало. Ну, заказы в лед по бизнесу, не знаю, наверное, редкость в Новосибирске. Хотя, может быть, и нет. Спустя... Да, арка я прочитал уже. Спустя, наверное, ну, 20 ожиданий, как бы не больше. Пролетел заказ по бизнесу, даже с каким-то кэфом, надеюсь, дождутся, 4 минуты до подачи, 22 минуты, кубовая, 618 рублей, 12 минут ожидания, прилетал заказ с платной подачей с поселка Зерный, да, до Победы 12, но не стали ждать, отменили, ну, опять же, тут отменили, скорее всего, не только потому, что ждать, а потому что это Соната. Так, я уже еду по Георгия Каланды. И мне прилетел еще заказ. Плюс 80 рублей по бизнесу. Вернулся с Кубовой, так скажем. 4 минуты до подачи, плюс 80 рублей. Ну, посмотрим, отменят, не отменят. Я думаю, можно начинать считать отмены по бизнесу за сегодняшнюю смену. 16 минут, бизнес... 494 рубля. Мы на 905 года. Наконец-таки упал заказ по бизнесу. С Гоголя 51 плюс 100 рублей. Город перекрыт, центр. Дарженкидзе 37. А там все закрыто. Включил Комфорт Плюс. Устал стоять ждать. Писарева 53 плюс 100 рублей. Едем тут. Сколько? 3 минуты до подачи. 4 минуты, 275 рублей. Следом же заказ. Отсюда же, с Тимирязева. На месте. Краснообск. 38 минут. Ну вот, наверное, я не поеду в Краснообск. Пока плюсу. Туда сейчас ехать. Сколько? Фиг его знает, короче. А вон уже, наверное, идут. Да, такой себе. 23 минуты. Завершить. 438 рублей. Прилетел заказ по бизнесу. 25 минут подачи. 180 рублей.
Но мне кажется, они вообще ждать не будут. Я им сейчас напишу, спрошу, будут ждать. Пришел проводник в аэропорт. Скатаемся, посмотрим, что это вообще такое, с чем его едят. Прикольно. Заказ по бизнесу с подачей 25 минут отменили. Я написал, говорю, будете ждать. Я сказал, ой, прошу прощения, сейчас отменим. Короче, это просто какой-то прикол. Тут поезда гоняют туда-сюда. У меня проводник в аэропорт, осталось ехать 3 минуты. Ну, типа, он мне дает времени ехать 3 минуты. Я не знаю, это через 3 минуты он перестанет действовать или что. Ну, в общем, короче, 13 минут мне еще ехать. И я, короче, разворачиваюсь. Ну, его нафиг, я все равно туда не успею приехать. А тут поезда все стоят и стоят, короче, ничего не движется. И уже реально минут 20 стоим здесь на месте. Ничего просто не происходит. Все только разворачиваются и разворачиваются. Короче, просто жесть. Тут уже кто-то починить машину успевает. Пробки просто. Маршрут перестроен. Да все, я туда уже не поеду. Какой смысл вообще, какой туда там все стоит. Я не знаю, сколько они еще будут ждать. Короче, ну его нафиг, лучше так просто направо уехать, чем в этот аэропорт. Сейчас тут дичь какая-то. Это просто вот все стоит колом. Все смотрят салют. Мост стоит. Нифига себе. Это вообще какая-то жесть. Я первый раз вижу такую пробку на мосту. Просто все стоят и ждут салют. А вот он салют. Начался, похоже. Или закончился уже, непонятно что-то. Да нет, вон идет. Ну, наверное, это красиво. Но вот то, что так, наверное, все люди стоят, тоже неправильно. Да. И что-то заказов-то фиг. Кое-как вернулся на правый берег, и ничего не падает. Ну, я думаю, что сейчас народ по домам поедет и начнут падать заказы. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Опа. Бизнес плюс 160. 6 минут подача. Поехали. Приятная, приятный звук. Еще и плюс 160. Главное только, чтобы не отменили. Но надеюсь, не отменят. Сейчас обратно водичку поставлю и еду. Заказ отменен. Плюс 240, линии на 20. Это еще прикольнее. Поехали. Заказы есть, только отменяют. Который отменили, был плюс 160, сейчас уже плюс 240 упал, и ехать до подачи ближе. Ну, посмотрим, куда поедем. Сейчас главное, чтобы не отменили его, потому что будет неприятно. Так, тут светофоры не работают. Че, кто пустит, кто не пустит. Ага. Вроде как проезжаем. Короче, заказ оказался в Криводановку. У меня 28 баллов. Почему мне Яндекс не показывает, что это далекая поездка? Ну, тут дальняя, вот Криводановка. Чего смеяться? Да, это бизнес. Плюс 240, да ну нафиг. Криводановка, не-не-не. И что там делать-то? Потом обратно пустым ехать. Поездка должна была быть 8 минут, 9. 461 рубль. Просто 40 минут. И тут еще заказ упал по бизнесу. Остановка Кирова, Сибревкома, бизнес. Ну, хоть ждут. Поехали. 12 минут, бизнес. Мы в центре. Тут с ожиданием 679 рублей. Так. Чаевые. Народ гуляет. Прям толпы народу вообще. Включил Комфорт Плюс снова, чтобы не стоять, пока горят кэфы.
и мне попал заказ с Ипподромской, с Фрунзе, плюс 280. 4 минуты на подачу. Нужно не забыть убрать водичку, потому что если катать Комфорт Плюс и Бизнес, то воду пьют только в Комфорт Плюсе. Ее прям собирают. Всю, которая стоит. Поэтому, ну и нафиг. Надо убирать. Пришел заказ по бизнесу. Этот заказ, который был по Коплюсу, 5 минут, 400 с копейками рублей. Вот. И пришел следом заказ по бизнесу. С... Тут что, 4 минуты на подачу. Сейчас покажу, тут остановимся. Так, получается с Серебряниковской до Лескова 8 минут, бизнес 614 рублей. Заказ прилетел тут с Ленина до Красного 181, плюс 280 рублей, 6 минут до подачи. 15 минут, Комфорт Плюс, 461 рубль. Так, сейчас развернемся. Это плюс 280 кэф. Без кэфа было бы меньше. Заказ пролетел по бизнесу. Просто с двумя остановками. Ленина 94, Фрунзе, Тимирязева 93. Бизнес-маршрутка получается какая-то. Надо воду ставить. Заказ отменили. Заказ был, по-моему, по Безнау. Наличные. Он же был по Безнау. Как они его отменили, блин? Прилетел заказ по бизнесу. До... Куда поедем? Вокзальная магистраль 1. Плюс 280 рублей. Или 260. Что-то такое. По-моему, это совсем рядом. Тут уехать мне 2 минуты. Надеюсь, не отменят этот заказ. 4 минуты, 585 рублей. На вокзальной магистрали 1. Так, Комфорт Плюс, плюс 280 с вокзальной магистрали до Учительской. До подачи 4 минуты. 13 минут, 529 рублей. Это было плюс 280, да? Так. Что, обратно возвращаемся в центр? Или домой поедем? Хороший вопрос. Ну что, ребят, время 2 часа 15 минут. Я приехал домой. Сделал сегодня 15 заказов. После нулей 3 заказа получилось у меня. И это 1575 рублей грязными. 426 рублей комиссия. Я катал, как я катал, ну эти, мой район, да, 27% комиссия получается, если работать по моему району. Это прям дофига, это, по-моему, даже больше, чем в Москве выходит комиссия, с учетом парка или без парка. Ну, короче, комиссия выходит, по-моему, даже больше, чем в Москве. А до нулей у меня получилось сделать сколько заказов? 12 заказов. И это у меня было грязи 5083 рубля и 1164 рубля комиссии. В итоге у меня получилось сегодня за эту смену 1590, что-то такое, ну 1600 рублей комиссии только. Очень сильно, очень мощно. Ну, Яндекс просто... Ну, понятно, что комиссии могло бы быть и меньше, если бы я не катал мой район, да? Но типа, блин, полтораха, 1600 комиссий за смену, это просто какой-то перебор. У меня даже в Москве столько не получалось. Ну, получалось только, когда я смену покупал, ну, 1900. Ну, там смена, как бы, и там заработок другой, да. То есть у меня тут получилось 6, там, грубо говоря, 900 грязи, а комиссии 1500, да, там, 1600. Ну, это вообще ни о чем. Пробег, правда, у меня тут, конечно, 175 километров, да. 170 километров пробег, машина 11 часов работала, да, то есть, ну, смена получилась, вроде бы неплохо, повозил заказы там плюс 280 и бизнес, и комфорт плюс, но, блин, по итогу-то за день получилось так себе, и это печально, очень печально.
Вот. Пишите в комментариях, как ваша смена, как вы отработали. Я просто, когда первый заказ поймал, когда после салюта, я был вообще в шоке, потому что такие дикие пробки. За вместо 9 минут мы ехали 40 минут. Яндекс еще меня динамит с восстановлением активности. У меня сейчас 35 баллов, ну и 35 активность просто. И Яндекс просто меня динамит. Бри, это не дает, ну, не восстанавливать ни в какую. Ну и, естественно, писать про то, что поездка заняла там не 10 минут, а 40 минут. Яндекс меня тоже побреет, я так думаю. Ну, надо написать, конечно, но что-то мне фиг его знает. Мне кажется, что борода будет. Вот. Так, не забывайте писать, сколько вы заработали, да, сколько часов отработали, по какому тарифу, в каком городе. Что еще? Подписываться на канал не забывайте, ребятушки. Ну и, естественно, ставить лайки. Я пошел отдыхать. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пока.